Желание сбежать, попытка суицида или доведение до самоубийства? Что толкнуло задержанного из Магадана на прыжок с 10-метровой высоты, выясняют следователи. Молодого человека задержали по подозрению в грабеже. Отправили в отделение, и уже через 4 часа мужчина признался в 20 автомобильных кражах. После допроса задержанный отпросился в туалет. Только выйти оттуда он предпочел из окна 3-го этажа. Стоило сопровождающему отвернуться, как молодой человек совершил прыжок. Приземлился задержанный на металлическую лестницу. Основной диагноз – это черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Состояние на данный момент тяжелое, ближе к крайне тяжелому. Проводится лечебное мероприятие, направленное на восстановление жизненно важных функций организма. За жизнь молодого человека сейчас борется бригада хирургов. По факту случившегося проводится проверка. В случае выявления нарушений правил конвоирования виновные понесут административное наказание, заверяют сотрудники полиции. В настоящее время рассматриваются две версии случившегося. Это попытка побега, и суицид. Дело возбуждено по статье «Доведение до самоубийства».